Друзья, всем привет! С вами Санек, и сегодня видос не про мои самоделки, а немножко иной формат. Вот. В двух словах, значит, ко мне обратился один из зрителей моего канала, Григорий. Проблема такая. Искал себе резину на свой самодельный мини-трактор. Нашел на одном из сайтов, да, всевозможных. Называется он мини-трактор РФ. Это не реклама, мужики. Это, скорее всего, с моей стороны отрицательный отзыв вот будет по этому сайту. Или предупреждение. В общем, посмотрим. Заказал себе резину. Резина пришла. Человек сбортировал на диски, накачал. Вот. И она абсолютно вся по кругу, по всему периметру, я не знаю, как удобно называйте, оказалась в трещине. Трещины такие серьезные, глубокие. Ну, то есть очень-очень низкого качества. И получается, использовать ее по максимуму, эту резину, ну, невозможно. Просто так, чтобы она была, это несерьезно, да. Вот. Сейчас будет видосик. Вот здесь вот будет скриншотик этого колеса с ценником. На сайте не указана страна-производитель. Вообще никакой информации об этом нет. Плюс, сейчас вы посмотрите в видосе, Гриша говорит, что на колесе есть затертости. Скорее всего, там была надпись страны-производителя. Все мы знаем, что в Китае резину делают из сажи и какого-то там клея, либо соплей китайских. Ну, не знаю. Я не специалист в этом. Но была у меня китайская резина, помните, да, на мини-тракторе на моем. Прекрасно, чудесно. Взорвались два колеса практически одновременно. За нее берешься, руки в саже. Они ее красят, красятся. Руки красятся от этой резины. Ладно, много наговорил. Смотрите видос, потом я продолжу. Всем здорово, мужики! Приобрел я себе покрышки 6,5 на 16 с сайта мини-трактор РФ. Поехал, забрал, заехал на шиномонтажку, установили мне их. Ну, я довольный, поехал домой. Сразу накинул колеса на трактор, чуток прокатился, думаю, посмотрю, в каком они состоянии, все ли хорошо. И что я увидел? Я увидел неприятную картину. Я увидел вот эти вот трещины. Они везде. Проехался очень мало. Для чего говорю, что именно я прокатнулся? Потому что пока они были как бы не использованные, ни капельки, этого вообще не было видно. Они были мягкие, хорошие, такие аккуратные, как и должно быть. То есть вот они, даже такие путевые трещины прямо под протектором тоже есть. Вот. Ну и куда ни глянь, эта картина, она повторяется. И это при условии того, что я проехался вообще чуть-чуть. А что будет дальше, вообще представить страшно. Вот. Так, получается, вот. Вот это. Что по покрышке? То есть обозначение 6,5-16, R1. Получается, еще вот это. Ребята мне подсказали посмотреть дату изготовления. На этой стороне ее нету. Здесь обозначение только вот тут и вот тут. Теперь мы ее переворачиваем и смотрим. Мы видим вот эту вот затертую полосу здесь и здесь. В процессе перевозки ее так затереть, я думаю, невозможно. Они вот, получается, вот эти вот части внутренние, где бортик, они были впритык друг к другу, скотчем было все позамотано. Они бы так не натерлись никак. Ну, скорее всего, здесь и была когда-то дата изготовления или какая-то другая информация. Видимо, лишняя она оказалась. Еще я увидел вот это. Вот такая вот картина. Теперь что по давлению. Здесь написано 2,1 атмосферы максимальные. Я накачал сперва полторы,
Ну, подумал, многовато будет, что тракторок-то легкий. Потом спустил до одной. Ну, вот сейчас покажу. Видно, что она одна атмосфера. И еще раз повторюсь, сайт Мини-трактор РФ, стоимость одной покрышки 5340 рублей, без камеры. Плюс еще за доставку я 2300 заплатил. Ну, буду разбираться с магазином, а там увидим. Так что будьте внимательны и осторожны. Качество этой резины, видимо, очень-очень низкое. Особенно об этом говорит вот это, как будто... Ну, я не знаю даже, что это. Что это может быть и как это вообще. Ну, на второй покрышке то же самое, под трактором лазить не буду. Здесь как бы... Оно и так все понятно, две одинаковые. Результат такой же. К слову, на той покрышке затертости тоже присутствуют, с обратной стороны. Идентичные полностью. Ну, вот как-то вот так вот. Ну вот, мужики, сами все прекрасно видели, поэтому Риори как смог, так и объяснил. Я думаю, все понятно и ясно. В общем, буду следить за ситуацией. И там уже будем смотреть, нормальный продавец, ненормальный, да. По крайней мере, на данный момент я сайт minitraktor.rf по данной позиции никому не рекомендую даже к рассмотрению, мужики. Потому что вот посмотрев, сколько посмотрело людей этот товар, там 5 с лишним тысяч людей, да, возможно, какая-то часть уже захотела, уже заказала. Мужики, не нужно. Вот, просто предупрежден, значит вооружен. Вот такие вот дела. Мне плевать, если даже посмотрят представители с этого сайта на мой канал, да, и что я их там как-то там антирекламу им делаю. Мужики, никакой антирекламы. На месте Гриши может оказаться абсолютно каждый. Абсолютно каждый, поэтому если берете бабки, то качество должно быть соответствующее, да. Вот если резина идет китайская, сажа с соплями, то она и должна стоить ровно на 2 козявки вот из носа по такой цене. Вот такие вот дела. Ну никак не 5320 за баллон плюс пересылка там 2300, да. Это не серьезно, это не серьезно. Вот такие вот дела. Ладно, на этом буду заканчивать. Если какие-то будут интересные моменты развиваться, да, за Григорием, как они там решат с продавцом. Если продавец нормальный, еще раз повторюсь, он вернет деньги, оплатит пересылку, заберет обратно резину. Вот, тогда вопросов нет. Я на канале своем скажу, продавец красавчик, дела с ним и можно иметь, решает все проблемы. Но на данный момент, на данный день, да, на данное число, когда вышел видос, пока тишина. Все, всем пока, с вами был Санек. Мужики, будьте внимательны, аккуратны. Кто-то скажет, видел, что брал, ну, на картинке все красиво, а пощупать нет возможности. Все, всем пока.